51-летний Владимир Вдовиченков впервые высказался после сообщений о госпитализации. Звезда сериала «Бригада» вышел в люди и выдал однозначный ответ. Неделю назад пресса писала о том, что у актера нарушена функция мозга, ему якобы даже вызывали скорую. Однако на днях выяснилось, что Вдовиченков продолжает играть на сцене театра имени Вахтангова. Актер отрицает, что к нему вызывали бригаду врачей, да и ни о какой болезни он ничего не слышал. При этом Вдовиченков не исключил, что работа в театре и кино крайне травмоопасная. Съемки всегда один большой экстремальный случай. Никогда не знаешь, как пойдет дело. В картине «Бригада» пока снимался, мы с Сашей Ушаковым сражались на мечах. И шрамы, кровище заливает пол. «Извини, — говорит, — поехали в больницу», — загадочно произнес он.